Итак, друзья, сегодня 17 марта, время 19:35. Я иду вот напротив моего дома. Школа, мне разместился избирательный участок. Иду голосовать. С выборами у меня связано достаточно много интересных в жизни событий. Одно из таких самых больших. В 2003 году, в декабре, я обратил внимание на специалиста избирательной комиссии, когда голосовал в городе Ульяновске, когда я первый раз голосовал в 8 утра. И вот этим специалистом в дальнейшем оказалась моя супруга. Вот. Уже в марте были президентские выборы, и мы уже после президентских выборов на избирательном участке, я познакомился уже с ней, и в 2004 году у нас был, так сказать, создана семья, ячейка общества. Всегда на выборах участвовал, вот, первым, последним, и каждый раз были какие-то определенные события. Сам я несколько раз организовывал выборы. И местные, и федерального, и президентские. И сейчас вот, будучи на Еруде, в 18 году принимал участие, в 21-м. Поэтому сейчас вот иду на избирательный участок. Хочу проголосовать последним. Вот. Как все есть оформлено. Гимназия. Иду. Праздничная обстановка. Это школа Норильска. Вот. Так, надеюсь, я последний. Буду считать, что я сейчас последний. Сделан выбор. Все как везде, очень добродушные, праздничная атмосфера. Снимать не разрешили. Ну что-то я там успел снять. Ну, все равно приятно. Так что исторический момент состоялся. Выбор сделан. Подарен флаг. Всем хорошего настроения. Туман, туманище, ты как молоко, а ты ушла к другим, а мне не верится.